Мир, на который рухнули ядерные бомбы. Миллионы людей расстались с жизнью за несколько дней. Зона бедствия, зараженная на сотни лет вперед, в которой не действуют ни законы природы, ни человеческие законы. Тюрьма для людей, которые выжили. Рай для бесчеловечных экспериментов над людьми. Уголовников, торговцев оружия и наркотиками. Поле битвы между группировками и кланами, жаждущими взять пустошь под контроль. Это отравленная, кровоточащая земля – мой дом. Чтобы выжить здесь, мне пришлось стать совсем другим человеком и освоить много полезных навыков, главные из которых – умение стрелять и выживать в любой ситуации. Из обычного рядового гражданина я превратился в безжалостного убийцу. Отличное утро выдалось, такие редкость в пустошах. Но мне некогда засиживаться, пора отправляться в путь. Мне нужны припасы, все, что можно найти. Я давно не ел. Не мешали бы медикаменты, конечно же, патроны. Ноги ужасно болят, нужна новая обувь. Огромные мозоли на ногах. Нужны медикаменты, чтобы вылечить их. Не подцепить заражение и не сдохнуть раньше времени в этих богом забытых пустошах. Везде пустота и разруха. Ничего нет. Что тут? Отлично. Еда, вода. То, что нужно. Это я неплохо забрел. Что там за шаги? Я что-то слышал вверху. Это точно не человек, сраные зомби. Или еще какой-нибудь мутант. На, сука. Адское отродье, отправляйся туда, откуда ты пришел. Пустой холодильник. Как всегда, консерва то, что нужно. За этими огромными трубами я приметил лагерь рейдеров. Или бандитов, хрен знает кто они. Двое ушли, одного оставили в лагере. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Сейчас тебе будет весело, ублюдок. Но. Мужик, не стреляй! Не стреляй! Ага, у меня как пушки же, блядь, нету! На. Пацан! Его приятели могли услышать выстрелы и наверняка двигаются обратно ко мне. Забираем его, Хабар. Твою мать! Суки, блядь! Я поливаю нормальный огнем. Вот и первый вернулся уже. Что ж вы, нихуя, вы патронов не жалеете. Что ж вы делаете-то, суки, а? На, сдохни.
Фу, жарковато тут становится. Надо перевести дух. Наверняка на базе у них полно сокровищ. Да разъебать ихние турели. Шороху я тут навел. Наверняка не просто так они тут такую оборону выстроили. Хранят что-то, суки. Нихуя себе, блядь. Вооружены они нормально. Так кто же шмальнул по мне так? Ни хрена не вижу. Заглохни. Еще одна турель. Где гранатометчик их не? Вот, суки, сзади обошли. Но, держи. Стой. Уже не уйдешь от меня. На, еще. Стой. Стой, гнида, куда ты бежишь? Сейчас догоним. Еще один готов. Сколько же у них тут турелей, а? Нужно захватить ихнюю базу. Это по-любому. Чтобы неповадно было. Нужно успевать до того момента, пока остальные не вернулись. Что же это так долго-то, а? Ох ты! Это неожиданно было. Парень явно не подготовился. Еще один бежит. Нет, этот улепетывает, только пятки сверкает. Не могу его убить. За подмогой, наверное, побежал. Все, отлично. А вот и еще дружки подошли. Неожиданно начался дождь. Ужасная погода. Так, их там двое. Двое оставшихся. Остальных я всех убил. Издалека будем убирать их. Раз. Два. Готов. Но с этим, с одним, я думаю, не проблема уже будет справиться. Подойдем поближе. Граната. Да умри же ты уже, наконец. Но! Давай! Сдохни. Фу, отлично. Нужно валить отсюда. Я ранен. И промок до нитки. Замерз как собака. Нужно срочно найти укрытие от дождя. Затем сделать костер. Погреться. Ух, и холод же, а. Уф. Дубарина, блядь. Мне удалось переждать дождь. Вот в тех разрушенных трейлерах. Погода наладилась. Сейчас сухо, я развел костер, греюсь, сушу одежду, чтобы двинуться дальше, пока еще светло. Что за... Похоже, долго посидеть мне не удастся. Что за выстрелы? Нужно пойти посмотреть, что там происходит, что за дерьмо опять творится, а? Долбанный апокалипсис. И кто ты? Ты такой, мать твою, а? Надеюсь, у тебя что-то ценное есть. На! Посмотрим, что у тебя в рюкзаке. Черт возьми, да он почти такой же бомж, как и я. Бабки, блядь. Бабки из прошлой жизни. Да кому нужно теперь это дерьмо? Зомби. Всякая нечисть.
Я бродил в поисках припасов и в очередной раз уже наткнулся на какую-то базу, не зная, кто они такие. Вообще, тот похож на того человека из убежища, которого я встретил и снял с него этот питбой. Перед этим убив его, конечно. Они тут вылезли, видите ли, Америку строить, блядь. Все дела, технологии у них. Правительство их засунуло в какой-то бункер. Сейчас посмотрим, из чего они сделаны. Ну, ресурсов у них точно в порядке. И оружие неплохое. 25 лет сидели там, жрали, спали, пока мы подыхали здесь. А вот и он. Не знаю, один он или нет. Турели обезоруживаем мы однозначно. По очереди, потихонечку. Что же он там с собой взял из этого убежища? Кого туда засунули, еще интересно. Маменькиных, папенькиных сынков. Хуй знает, меня вот туда никто не посадил. Подходим ближе. Аккуратно. Я выдал ему себя, свою позицию. Он поджидает меня где-то, может сразу завалить. Я очень голоден. Мне нужна снаряга. Давно я уже не находил ничего ценного. Спрятался он в своей берлоге. Будем выкуривать его оттуда. Другого выхода нет. Но... На, блядь. Пакли вверх. Руки вверх, говорю, блядь. Это сука какой, а. Машет, на. Что ж ты будешь делать, а? Броник у него неплохой. Ну. И ствол крутой. Все как надо. Когда же ты умрешь-то, наконец, а? Ох, досталось мне тут. Давай, давай, иди сюда, подходи. Но, на. Успокоился. Неплохо он здесь устроился, я скажу. Ну что у тебя тут, сынок? Да что ты будешь делать, а? Я надеюсь, что он был один. Потому что не хочется мне встречаться с его дружками. Ну, забираем все ценное и валим отсюда. На тебе. Держи. Ну, пустота жизни сахар. Уходим, уходим. Я ранен, нужно валить отсюда. Спокойное место. Далеко я не ушел. Меня все-таки настиг его напарник. Явно хочет отомстить мне. Я устроил ему засаду. Сколько же у вас развелось-то здесь, а? Строители Америки. Но! Отлично. Вот, да, наконец-то что-то ценное за сегодня. Отличный хабар. Делаем ноги отсюда. Черт, долбанные шахтеры, мутанты. Тупые монстры, блядь. Нужно отступить. Наступает ночь. Через час уже будет как у негра в жопе. Ни хрена не видно. Нужно искать место для ночлега. Опять ходячие. Ну когда же вы все сдохнете? У меня есть кое-какая еда. Но вот с медикаментами дела обстоят не очень. Никак не могу найти что-либо ценное. С того сталкерюги я, конечно, забрал кое-что. Но не совсем то, что хотел. Опять пустота. Может быть, на втором этаже что-нибудь есть. Да, тут уже прошлись тысячи раз до меня. Крысы в подвале. Крота-крыса, а вот и наш ужин. Практически готов. Здоровые твари.
Но мясо у них вкусное. Особенно, когда сваришь его. Сука, укусила, а. Разделаю их. Обязательно. Банки-то можно и приберечь. А вот свежая мяско не помешает. Обыщу еще один дом. И буду уходить. Подальше от городов. Темнеет с каждой минутой. Что? Что это за... Что это за хуйня, бля? Твою мать! Какого... Что за... Какой ублюдок или секта, или еще какая-то хрень? Что это вообще за... Языческое дерьмо какое-то? Твою мать, что же они тут делают с людьми, садюги? Валим отсюда. Что же за дерьмо я там встретил, хрен его знает. Но я ушел оттуда подальше, не хочу там разбираться, у меня своих проблем хватает. А вот и место, где я переночую. В этом трейлере. Я пережду сегодняшнюю ночь. Я приготовил тех кротокрысов, которых убил совсем недавно. Поел я хорошо. Ну что ж, передохнул немного. Нужно идти спать. Скоро рассвет, и нужно будет вставать и идти дальше. Что меня ждет? Утром я не знаю. Мне плевать, я чертовски устал. И хочу спать. Пошло оно все к чертям. Ставь лайк, если понравилось видео. Подписывайся на канал. Всем удачи и пока, выжившие.